Всем привет, ребята, друзья, подписчики, это канал Обзор Терапия, и сегодня у нас очередное видео с посылочками. Сегодня посылочек не так много, но они все тоже очень дешевые, за $1, некоторые меньше, больше. Все ссылочки я оставлю в описании. Поехали! Первая посылочка. Это кабель для телефона, планшета и всяких устройств, которые вы хотите заряжать. Интересно, очень оформлен, синее с золотом. Выглядит довольно богато. Там были разные цвета. Давайте, ребята, проверим, работает ли он вообще. Длина у него вроде 1 метр. Там был вариант 2 метра, но я заказал покороче, потому что он был и подешевле. Про качество могу сказать только, что довольно все сделано аккуратно. Интересный такой материал. Вроде бы ткань. Я сразу его тестирую. И работает. Заряжает, все прекрасно работает. Стоил такой кабель $1, чуть-чуть больше, $10. Но я взял самый короткий, 1 метр, там были длиннее 2 и 3 метра. Так что, ребята, если кому нужен такой, тоже заказывайте. Идем дальше. Посылка номер 2. Это такой прикольный человечек для заварки. Штаны ему, вот, штаны отвалились уже. Штаны ему нужно сыпать чай. Сейчас мы проверим. Вот так вот они одеваются. Сюда сыпите чай, закрываете и кладете в кружку. Сейчас мы найдем кружку. Вот такая вот кружка. Вот так вы его сажаете. И он типа в джакузи отдыхает. Конечно, сделан немного из мягкого материала. Штаны очень легко отваливаются. Руки, походу, тоже можно... Оп, вот так вот, ребята. Бедный человечек. Все, заварим его. Не, ну в общем прикольно, конечно. Стоил он 72 цента. Конечно, материал из этого не очень качественный. Но прикольно и оригинально. Третья посылка. Во, я помню эту штуковину. Давно ее заказывал. Шла она тоже почему-то довольно долго. Это должен быть такой шар антистресс. Вот так вот его давишь. И вот так он вылазит. Не, ну прикольно, а что? Сделан довольно просто. Какой-то мешочек, здесь хомутом. Стоила такая штуковина $30. Нервы, конечно, мне пока не успокаивает. Но понаблюдать за ней довольно интересно. Кому понравилось, ссылочка будет тоже в описании. Идем дальше. Вау! Корона! А, я вспомнил, это не просто корона. Это опять такая коробочка, чтобы дарить кольца. Видите? Я, конечно, думал, что качество будет ужасное, но на мое удивление, качество прекрасное. Никаких вмятин, ничего нету. Все эти камушки прекрасно приклеены. Стоила такая штука $30 тоже. Так что, ребята, если у вас какие-то идеи есть, кому подарить или красиво оформить, то вот эта штуковина точно для вас. Пока больше о ней ничего не могу сказать, но Китай удивил. Идем дальше. Последняя посылочка на сегодня у нас. Та-дам! Ой, ребята, вы уж простите, день Валентина у нас прошел. Я открываю какие-то сердечки, да коробочки для колец. В общем, что это? Это, в общем, какие-то прищепки. Прищепки с сердечками. У меня пока что идей не так много, что с ними можно сделать. На самом деле идея прикольная. Их тут 2-3 штук. Стоили они 78 центов. Если вы хотите кого-то красиво поздравить, там, допустим, прилепить на какую-нибудь открытку или на какое-нибудь поздравление. На самом деле прикольно. Так что, ребят, если у кого есть какие-нибудь прикольные идеи, что можно с этим сделать, то можете написать в комментариях. Итак, ребята, на этом мы сегодня заканчиваем. Вот такое видео получилось. Посылочек сегодня было немного, но надеюсь, кому-то они будут полезны. В следующем видео с распаковками посылок мы устроим с вами конкурс и разыграем некоторые товары. Готовьтесь, ребята. Ставьте лайки, комментируйте, что вам было интересно. Если из вас кто еще не подписался, то сделайте прямо сейчас. Где-то здесь должен вылезти шар. Это был канал Обзор Терапия. Увидимся с вами скоро. Пока!